Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб выясняет обстоятельства инцидента с избиением фанатов красно-белых в Грозном. Ранее появилась информация, что на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» «Спартак» были избиты два болельщика гостей. В пресс-службе РПЛ уже высказались по этому инциденту. Директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин, который присутствовал на матче, сказал, что болельщик, которого якобы избили, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нецензурно выражался и выкрикивал оскорбления на национальной почве в адрес местных болельщиков, а представители службы безопасности держали его для проведения освидетельствования врачами.